Мир всем! Мир вам! Здравствуйте. Добрый день всем. Да, я слышу вас. ВС-2501, слышите меня? Да, есть. Микрофон есть. Выключите, пожалуйста. Сейчас, секунду. Плохо слышно что-то? Сергей, вас плохо слышно? Так, хорошо? Ну, чуть получше. Не, хорошо слышно, абсолютно. С миром, Сергей. А, да, ну, понял, значит, у меня что-то. Выслали микрофон получше, может быть. Всегда спрашиваю. Одни говорят хорошо, другие не знаю почему. Видимо, не в микрофоне дело. Все хорошо. Включил громкую связь. Я в чат скинул текст сегодняшнего занятия. Кто хочет следить по тексту, пожалуйста, открывайте Word и документ и следите. Там очень удобно. Места, выделенные жирным шрифтом Евангелия, толкование одним шрифтом, комментарии другим шрифтом. Не пойму, сейчас закрыть что-то надо? Нет, спросить надо него. Ты? Да. Обязательно ты? Ну, Надежда Васильевна не может подключиться. Так, помолимся. Ну, ладно. Царю небесный, утешителю души истины, и же везде и вся исполняй сокровища благих, и жизни подателю приди, вселися в ны, и очистины от всякие скверны, и спаси блаже души наши. Господи, благослови наше занятие. Не дай уклониться ни направо, ни налево от истинного понимания всего того, что ты хотел нам сказать.
Сохрани нас в любви, согласии, единомыслии по слову Твоему. Хвала Тебе, честь и поклонение, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. 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 Какой-то зашел немецкий флаг там или еще у него. А не украинский? Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Там желтый какой-то. Евангелие от Иоанна. Евангелие от Иоанна, 3 глава, с 35 стиха, если я не ошибаюсь. Отец любит Сына и все дал в руку Его. Верующий в Сына имеет жизнь вечную, а неверующий в Сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Толкование. Отец все дал Сыну по естеству, а не по благодати. Так как Он имеет бытие от Отца, то естественно говорится, что Он все имеет от Отца. Итак, Сын имеет все, что на небе и что на земле, ибо господствует над всеми, хотя и не все желают. Впоследствии, когда во второе пришествие поклонится пред Ним всякое колено, Он получит полное господство над всеми, когда злоба не будет уже иметь силы, но, оставаясь бездейственно, покажет, что природа добра от начала, присущая во всем и содержит все. Верующий в Сына имеет жизнь вечную в себе, то есть самого Христа, который есть поистине жизнь. Евангелие от Иоанна, 14 глава, 6 стих. Ибо им мы живем и движемся, Деяния 17:28. А неверующий не увидит жизни. Ибо кто произвольно оступился от жизни, тот как будет иметь ее, когда жизнь есть Христос? Ибо и апостол Павел говорит, когда явится Христос, жизнь наша, тогда и вы, став мертвыми для зла и неподвижными, явитесь во славе. Колоссянам 3:4. Но гнев Божий пребывает на нем. Не сказал, оставит его, но останется на нем, показывая, что никогда не отступит от него. Дабы ты, услышав о смерти, не принял ее за временную, говорит, что пребудет на нем, на том, кто не уверовал, и наказание будет вечное. Всеми сими словами Креститель приводит и побуждает всех слушателей к вере во Христа. Вопрос. Евангелие от Иоанна, 4 глава, с 1 по 4 стихи. Когда же узнал Иисус о дошедшем до фарисеев слухи, что Он более приобретает учеников и крестит, нежели Иоанн, хотя сам Иисус не крестил, а ученики Его, то оставил Иудею и пошел опять в Галилею. Надлежало же Ему проходить через Самарию. Толкование. Фарисеи слышали об его славе и, зная, что они позавидуют ему и восстанут против него, удаляются в Галилею, научая нас двум предметам. Во-первых, щадить врагов и всячески стараться не давать им повода к соблазну или зависти. Во-вторых, неразумно и без пользы не подвергаться искушениям, но отдаляться на время, пока ярость укротится. Хотя он силен остановить своих завистников, если бы они устремились на него, однако же уклоняется, дабы дело воплощения не показалось призрачным. Ибо если бы он постоянно удалялся из среды их, то чего бы ни сказали фантазиодикиты, то есть Манес, Валентин, проклятые Евтихий, ученики. Евангелист, намекая на клевету завистников, говорит, что хотя Иисус не крестил, однако же завистники, желая
подстрекнуть фарисеев против Христа, клеветали, что он крестил. Надлежало же ему проходить через Самарию. Он заходит к самарянам как бы между делом. Вопросы? А вот вопрос, самаряне это язычники или евреи? А это мы сейчас будем читать дальше. А, дальше, да. Я там в чате скайп скинул Надежде Васильевны. Она просится, я не могу ее подключить, опоздала. Скиньте ей ссылку наших занятий, пожалуйста. Кто сможет, отзовите. У кого ссылка наша есть, то у меня что-то надо. Далеко. Пусть зайдет по ссылке. Читаем дальше. Евангелие от Иоанна, 4 глава, 5-6 стихи. Итак, приходит он в город Самарейский, называемый Сихар, близ участка земли, данного Иаковом сыну своему Иосифу. Там был колодец Иаковлева. Иисус, утрудившись от пути, сел у колодезя. Было около 6 часа. Толкование. Стоит сказать, откуда произошли самаряне и от чего получили они такое название. Самарон называлась гора от имени своего владельца, как и Исаия говорит. Глава Ефрема Самарон, 7 глава 9 стих. Живущие под горою первоначально назывались не самарянами, а израильтянами. Но за оскорбление Бога они в разные времена предаваемые были ассириянам. Наконец, когда они вознамерились отпасть, ассириянин взял их в плен и, опасаясь нового отступничества, не попустил им доли оставаться в их стране, но расселил их между вавилонянами и медянами, оттуда привел из разных мест народы и поселил в Самарии. После сего Бог, желая показать варварам, что Он предал им иудеев не по бессилию своему, но за грех их, на переселившихся в Самарию варваров напустил львов, которые погубили их всех вообще. Когда об этом довели до сведения царя, он призывает к себе некоторых старцев иудейских, бывших в плену, и спрашивает: что бы нужно сделать, дабы львы более не погубляли варваров, живущих в Самарии? Они объясняют ему, что Бог Израилев презирает на то место и не терпит, чтобы там жили не знающие законов его. Посему, если он заботится о тамошних варварах, то нужно послать иудейских священников, которые бы преподали варварам законы Божии. И таким образом Бог умилостивится. Царь слушает их и посылает одного священника, чтобы он преподал самарийским варварам закон Божий. 4 книга Царств, 17 глава, 24-28 стихи. Но они приняли не все божественные книги, а только 5 Моисеевых. Бытие, Исход, Левит, Числа и Второзаконие. Не отстали они совершенно и от нечестия, но по временам отставали от идолов и почитали Бога. Посему иудеи по возвращении из плена всегда относились к ним с ненавистью, как ассириянам по происхождению от имени горы называли их самарянами. А они сами себя называли потомками Авраама и Иакова, потому что Авраам был халдей, а Иакова считали своим по причине находившегося тут источника. Иудеи же считали со всеми язычниками и их, самарян, нечистыми, почему и в укоризну Господу и говорили: «Ты самарянин» Иоанна 8:48. И сам он говорил ученикам: «В город самарянский не входите» Матфея 10:5. Для чего евангелист подробно говорит о местечке и колодезе Иакова? Во-первых, для того, чтобы ты не изумлялся, когда услышишь, что женщина говорит: «Отец наш Иаков дал нам этот колодец». Ибо место это было
Секима, Сихем, где сыновья Иакова, Симеон и Левий, произвели жестокое убийство за то, что сестре их Дине причинено было насилие князем секимитов. Потом из того, что евангелист передает нам о местечке и колодезе, мы узнаем, что отвержение иудеев издавна было за грехи их. И когда они оскорбляли Бога, тогда язычники овладевали их местами, и что они нечестием погубляли то, что патриархи приобрели верою во Христа. Посему нисколько не ново, если и ныне язычники введены в Царство Небесное вместо иудеев. Вопросы? Нет вопросов? На что вот хотелось бы обратить внимание, я сейчас посмотрел фильм Владимира Соловьева «Мир и порядок 2018». И там Владимир Владимирович Путин говорил о проблемах в Сирии и причины, почему вот и ИГИЛ, вот эти вот террористы, все. И одна из причин, потому что молодежь не образована. И вот здесь тоже мы читаем в толковании, что вот эти вот самарии-то старцы, что делать, почему вот такое-то? И вот, говорит, надо жить по законам Божьим. Но Путин-то не говорит, что православие нужно проповедовать. Просто образование. Образование-то разное бывает. Но однако, вот одна из причин, что молодежь, столько они из России, необразованность, и вот творят такие вот факты. Наше дело, христиан, быть светом миру, солью и проповедовать. Проповедовать о Христе, рассказывать благую весть, нести ее, раздавать Евангелие. И тем самым мы продлим, может быть, это тихое мирное время на какое-то время. Все в руках Божьих, конечно, не вечно это будет продолжаться, но хочется иметь жизнь безмятежную, чтобы язычники познали Христа, многие мусульмане и те же игиловцы. Вот. Но президенту ничего не оставалось. Но он понимает, что не только мечом, но и должно. Если бы, говорит, они были образованы, им в их голову они бы сказали, нет, это нельзя делать, воспитанные. А коли ими никто не занимался, то они легко поддались на вот эту вот политику игиловскую. Ну, конечно, посмотрите фильм, я советую, хороший фильм. Есть над чем поразмышлять. Как называется? «Мир и порядок 2018» Владимира Соловьева. Он там Путин и о Боге говорит в конце. Вот. Ну, конечно, перед выборами такой фильм сделали очень. И когда вот читаешь, посмотришь через призму Библии этот фильм, что есть места Священного Писания, когда скажут мир и безопасность, тогда будет конец. Вот. Очень время стремительно идет, и он прямо в открытую заявляет, что ему вопрос Владимир Соловьев задает о ядерной кнопке. Что вы сделаете, вот если вот. Он прямо говорит, если на нас нападут, я в ответ, значит, тоже нажму кнопку, и этот мир разрушится. Я задам вопрос встречный, а зачем этот мир без России нужен? И он всячески говорит, что все, вот эта гонка вооружений только для сохранения мира. Ну а мы-то знаем, что без Бога
мира на земле не будет. Царства небесного на земле не будет, оно будет там. Здесь небо и земля сгорят, и все горят, к этому нужно готовиться. Вот. И не слушать всяких еретиков, говорящих, что тысячелетнее царство будет, царство Христа. Оно уже здесь идет и сейчас. Стало на Голгофе. И мы сильны побеждать козни дьявола и противостоять ему. Помощью, конечно, Божьей, помощью Христового учения. Так, ну и ответ понятен, кто такие были, тут подробно все рассказано, кто такие были самаряне, и даже Христа называли, ты самарянин, упрекали его. Да-да-да. Идем дальше, значит. Евангелие от Иоанна, 4 глава, 7-8 стихи. Приходит женщина из Самарии почерпнуть воды. Иисус говорит ей: дай мне пить, ибо ученики его отлучились в город купить пищи. Толкование. Он для путешествия не употреблял подъемных животных, но ходил пеший, научая нас не требовать многого. Показывает вместе и то, что он совершал путь усиленно, а не беспечно. Откуда и мы научаемся совершать дело Божие с усилием и старанием. Так как вследствие человеческой природы он жаждал, что нуждался и в питьи. Когда же он просит пить, с ним вступает в беседу женщина с душой любознательной. Что же нужно было делать? Уже ли отвергнуть женщину, как любознательную и жаждущую выслушать разъяснение своих недоумений? Но это отнюдь не свойственно. Но это отнюдь не свойственно человеколюбию Божию. Примечай, пожалуй, и точность евангелиста. Он не сказал утвердительно, был шестой час, но, чтоб не погрешить против истины, сказал, было около шестого часа, сообщая достоверность своему слову. Вопросы? Так. Брата Игоря Дыбунова с нами нет сегодня. Я читал вот это место, толкование о человеколюбии Божией, когда вот женщина любознательная и ищет ответы на вопросы, и отвергнуть ее, не разговаривать с ней, хотя она и там язычница, и там прочее, прочее. Не свойственно это человеколюбие Божие. Вот брат Игорь Дыбунов рассказывал историю, когда вот у него было такое же вот желание познать истину, и он искал Бога, у него было куча вопросов, но он задает вопрос священнику, тот молчит. 5 минут проходит, тот молчит. Он еще один раз задает вопрос. А тот молчит. То есть, и с этого момента, вот Игорь частенько, и батюшка ему замечание делал, он часто-часто, ну, как некоторым покажется, осуждает священника. А у него наболело. То есть он понимает, что люди, поставленные Богом, должны проповедовать, а они не проповедуют. У него вот эта боль накопилась, и он вопиет к Богу: ну, Господи, ну как же так? Ну вот у Бога, понимаете, Слово Божие, оно может распространяться и не только через священника. Через ослицу Бог говорил к народу. Простых людей, незнатных брал. Вот. Но, однако, вот такая боль у него, и мне эта боль понятна. Священники не проповедуют, и отсюда все беды. Человек необразованный, он не может противостоять козням дьявола. А как ему противопоставить? А вот как Христос был искушаем, отведен в пустыню. Как он противопоставил? Написано, написано, написано. Так и мы
должны отвечать на происки дьявола? Написано. А чтобы знать, как отвечать, нужно знать, где написано. И не просто, Златоуст говорит, не покажи мне, что написано, покажи мне смысл написанный. Поэтому мы проходим Евангелие с толкованием. Нам все уже дано, растолковано. Нам остается только либо принять и спастись, либо отвергнуть. Поэтому вот новые люди, которые заходят к нам, пытаются начинать учить, не нужно этого делать. Господь поставил в церкви учителей, и мы пользуемся по милости Божией этими трудами, они сохранились до наших дней, переведены на наш родной понятный русский язык. Поэтому с некоторыми приходится, желающими учить, а не учиться, приходится расставаться. Как это не печально. Вопросы? Продолжаем. Евангелие от Иоанна, 4 глава, 9 и 11 стихи. Женщина самарянская говорит ему: «Как ты, будучи иудеем, просишь пить у меня, самарянки? Ибо иудеи с самарянами не сообщают». Иисус сказал ей в ответ: «Если бы ты знала дар Божий, кто говорит тебе: дай мне пить, то ты сама бы просила у него, и он дал бы тебе воду живую». Женщина говорит ему: «Господин, тебе и почерпнуть нечем, от колодец глубок, откуда же у тебя вода живая?» Толкование. По виду и, может быть, по одежде, и по другому положению тела, и по самой беседе, самарянка почла Господа за иудея, почему и говорит ему: «Как ты, будучи иудей?» и так далее. Смотри, как проницательна была женщина. Если бы нужно было обречься, то, простите, если бы нужно было беречься, то нужно было бы Господу, а не ей. Ибо не сказала: «Самаряне не сообщаются с иудеями», но «иудеи не сообщаются с самарянами». Однако же женщина не останавливается на этом, но, подумав, что Господь совершает дело противозаконное, исправляет бывающее не по закону. Христос открывает самого себя не прежде, как обнаружилась добродетель женщины. Когда же обнаружилась добродетель женщины, ее проницательность и точность, тогда уже начинает беседовать с нею о предметах выше. «Если бы ты, — говорит, — знала дар Божий», то есть если бы ты знала, что дарует Бог, что Он дарует вечные нетленные блага. Если бы знала и меня, знала, что я, как Бог, могу дать тебе их, то ты бы просила бы и получила бы воду живую. Водою называют благодать Святого Духа, потому что она очищает приемлющих ее и сообщает им большое освежение. Водою не стоячую, какая бывает в ямах, колодец, гнилая, испортившаяся, но живою, то есть бьющую ключом и вскакивающую, быстро текущую. Ибо благодать Духа желает душу всегда подвижную к добру, всегда поглощающую восхождение. Псалом 8, 3, 6 стих. Такую воду живую и всегда подвижную пил Павел, забывающий заднее и стремящийся к переднему. Филиппийцам 3 глава 13-14. Женщина говорит ему: «Господи, видишь ли, как скоро она отстала от низкого мнения и воздает ему большую честь, называя Господом. Однако же она не постигла глубины речей Христовых, но в ином смысле говорит о воде. Он в ином смысле говорит о воде Он, Христос. В ином смысле понимает она». Понятно, то есть Он говорил о благодати Духа, а она колодец. Бей почерпнуть. Не до конца она.
Сейчас не видишь. Убери ноги. Пять. Кто? О, Господи, помилуй. И слышат тебя. Вопросы? Евангелие от Иоанна, 4 глава, 12-15. Неужели ты больше отца нашего Иакова, который дал нам этот колодец, и сам из него пил, и дети его, и скот его? Иисус сказал ей в ответ: «Всякий, пьющий воду сию, возжаждет опять, а кто будет пить воду, которую я дам ему, тот не будет жаждать вовек. Но вода, которую я дам ему, сделается в нее источником воды, текущей в жизнь вечную». Женщина говорит ему: «Господин, дай мне этой воды, чтобы мне не иметь жажды и не приходить сюда черпать». Толкование. Иакова считает отцом своим и себя причисляет к иудейскому благородству. Когда женщина сказала: «Неужели ты больше отца нашего?», то Господь, хотя не говорит прямо, что я подлинно больше, дабы, не представив еще доказательства своей силы, не показаться тщеславным, но приготовляет к этому своими словами: кто пьет воду сию, тот опять вожаждет, а кто пьет мою воду, тот не будет жаждать. То есть, если ты удивляешься Иакову, который дал воду сию, то тем более должна удивляться мне, который дает воду гораздо лучшую. Ибо вода, которую я даю, делается источником воды, постоянно и непрерывно умножающейся. Ибо святые не то только и сохраняют до конца, что получают от Бога, но через благодать они принимают семена и начатки добра, а сами приумножают их и возвращают. Е указывает Господь притчу о талантах. Евангелие от Матфея, 25 глава, 14-31 стихи. И о содержателе гостиницы, Лука, 10-35. Получивший 2 таланта, через оборот в дело приобрел другие 2, Матфея, 25-17. И содержателю гостиницы, принявшему израненного разбойниками, Господь обещает: «Если что издержишь из своего, я отдам тебе», Лука 10:35. На это и здесь указывает Господь: «Я даю жаждущему воду, но вода, которую я даю, не остается в той же мере, а умножается и делается источником». Так, в оглашениях Анании Господь дал Павлу немного воды, Деяния 9:17. Но эту малую воду учения Ананина Павел показал источником, так что потоки этого источника от Иерусалима достигли до Иллирики. Она кажется понятливее Никодима. Тот, выслушав весьма много подобного, говорил: «Как это может быть?» Евангелие от Иоанна, 3:9. А она начинает уже пренебрегать и источником Иакова. «Если, говорит, ты имеешь такую воду, то дай мне, я не стану уже ходить сюда черпать». Видишь ли, как она Господа ставит уже выше Иакова. Попробуй. Евангелие от Иоанна, 4 глава, 16-22 стихи. Иисус говорит ей: «Пойди, позови мужа твоего и приди сюда». Женщина сказала в ответ: «У меня нет мужа». Иисус говорит ей:
Правду ты сказала, что у тебя нет мужа, ибо у тебя было 5 мужей, и тот, которого ныне имеешь, не муж тебе. Это справедливо ты сказала. Женщина говорит ему: Господи, вижу, что ты пророк. Отцы наши поклонялись на этой горе, а вы говорите, что место, где должно поклоняться, находится в Иерусалиме. Иисус говорит ей: поверь мне, что наступает время, когда и не на горе сей, и не в Иерусалиме будете поклоняться Отцу. Вы не знаете, чему кланяетесь, а мы знаем, чему кланяемся, ибо спасение от иудеев. Толкование. Она, чтобы скорее скрыть и вместе получить, говорит: я не имею мужа. Теперь-то Господь через пророческое ведение открывает свою силу, перечисляет прежних ее мужей и обнаруживает того, которого она теперь скрывает. Не пришла ли она в досаду, выслушавши это? Не оставила ли его и не убежала ли? Нет. Она еще более удивилась, еще более укрепилась и говорит: Господи, вижу, что ты пророк. И спрашивает его о предметах божественных, а не о житейских. Например, о здоровье тела или об имуществе. Так целомудро и благорасположена к добродетели душа ее. О чем же спрашивает? Отцы наши поклонялись на этой горе. Говорит об Аврааме и его преемниках. Ибо здесь, говорят, Исаак принесен им в жертву. Как же, говорит, вы говорите, что должно поклоняться в Иерусалиме? Видишь ли, как она стала выше? Незадолго пред этим она заботилась о том, чтобы не мучиться жаждою, а теперь спрашивает об учении, догматах. Посему и Христос, видя ее понятливость, хотя и не разрешает всего недоумения ее, ибо оно не имело особенной важности, но открывает другую, более важную истину, которую он не открывал ни Никодиму, ни Нафанаилу. Наступает, говорит, время, когда Богу будут поклоняться ни в Иерусалиме, ни здесь. Ты, говорит, стараешься доказать, что обычаи самарянские достойнее обычаев иудейских. А я тебе говорю, что ни те, ни другие не имеют достоинства, но наступит другой, некоторый порядок, который лучше обоих сил. Но и при этом я объявляю, что иудеи достойнее самарян. Вы, говорит, кланяетесь тому, чего не знаете. А мы, иудеи, кланяемся тому, что знаем. Себя самого причисляет к иудеям, потому что он говорит применительно к понятию женщины. Она разумела его как пророка иудейского. Посему-то он и говорит: мы кланяемся. Как же самаряне не знали, чему они кланяются? Они думали, что Бог ограничивается местом. Посему, когда и львы их пожирали, как выше было сказано, они через послов донесли царю ассириан, что Бог место сего не терпит их. Однако же и после того они долго продолжали служить идолам, а не самому Богу. А иудеи были свободны от такого понятия, хотя не все призывали его Богом всех, ибо спасение от иудеев. Слова сии подают нам двоякую мысль. Или то, что благо для вселенной произошли от иудеев, ибо знание Бога и отвержение идолов от них имеет начало. И все прочие учения, догмат, есть самый род вашего поклонения самарянского, хотя и неправильный, получил начало от иудеев же. Или он спасением называет свое пришествие, которое было у иудеев. Можно под спасением разуметь и самого Господа, который по плоти был от иудеев. Вопросы. Продолжаем. Евангелие от Иоанна, 4 глава, 23-24 стихи.
Но настанет время, и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и истине. Ибо таких поклонников Отец ищет себе. Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в духе и истине. Толкование. Хотя мы, иудеи, в образе поклонения преимуществуем перед вами, самарянами, но и образ иудейского служения напоследок окончится. И перемена произойдет не вместе только, но и в способе служения. И перемена сия очень близка и настала уже. Ибо эти предметы не будут иметь значения во все времена, как имеют изречения пророка. Истинными поклонниками называет тех, которые живут по его закону, которые не ограничивают Бога местом, как самаряне, или не чтут его служением телесным, как иудеи, но кланяются в духе и истине, то есть душою и чистотой ума. Так как Бог есть Дух, то есть бестелесен, то и поклоняться ему должно бестелесно, то есть душою. Это означается словом «в духе», ибо душа есть дух и существо бестелесное. А как многие, по-видимому, поклоняются ему душою, но не имеют об нем истинного понятия, например, еретики, посему присовокупил и в истине, ибо должно поклоняться Богу умом, но также должно иметь и понятие об нем истинное. Так как самаряне ограничивали Бога местом и говорили, что на этом месте должно поклоняться, а у иудеев все совершалось в образах и тенях, то против отличия самарян употребляет слово «в духе». Так что речь имеет такой смысл. Вы, самаряне, совершаете служение Богу какое-то местное, а истинные поклонники будут совершать не местное, ибо они будут служить в духе, то есть умом и душою. Не будут поклоняться под образом и тенью, как иудеи, но в истине, так как обычаи и обряды иудейские будут отменены. Так как закон иудейский, понимаемый буквально, был образом и тенью, то, может быть, слово «в духе» употреблено для отличия от буквы, ибо в нас действует уже закон не буквы, а духа, ибо буква убивает, а дух животворит. Второе послание Коринфянам 3:6. Для отличия от образа и тени употреблено слово «в истине». «Настанет, — говорит, — время, и настало уже именно время явления моего во плоти, когда истинные поклонники будут поклоняться не на одном месте, как самаряне, но на всяком месте духом, совершая поклонение не телесное только, как и Павел говорит, которому Богу я служу, в духе моем, Римлянам 1:9. Буду совершать служение не образное, тенистое и указывающее собою на будущее, как иудеи, но служение истинное и не имеющее никаких теней, ибо таких поклонников ищет себе Бог, как дух духовных, как истина истинных. Вопросы. Да, к слову сказать, мне приходилось общаться с еретиками, которые вот это место приводят, упрекая нас, православных, что мы вот поклоняемся, как самаряне в каком-то вот определенном храме, перед определенной иконой. Вася, ползай, посмотри, вещественно. Нужно поклоняться в духе. Ш-
что им ответить на это? В духе и истине, Господь говорит, в духе и истине. Они не вы, не истины, не церкви, не тела. Сергей, ну да. А как определить, в духе или в теле ты поклоняешься? Они как представляют, если закрываешь глаза, вздымаешь руки вверх, это значит, в духе поклоняешься, да? Как объяснить телесное и духовное поклонение? Как им объяснить? Но они-то... Нет, не им объяснить. Вообще, как распознать духовное и плотское поклонение Господу? Ну, как распознать? Ну, например, вот заходит старообрядец в помещение, и он сразу глазами смотрит, где ему икона. Если иконы не будет, он поклоняться не будет. Это значит, что он не в духе. То есть он как самарянин, ему нужно что-то вот такое вещественное, какое-то место определенное. Ну, лучше пусть Игнат Тихонович на этот вопрос ответит. Это я могу найти туда более опытный. Игнат Тихонович. Два слова, объединенные вместе, в духе и в истине. Спрашивают, а пророки поклонялись как? В духе и истине? В духе, но не в истине. А почему? Да потому что истина во Христе, она придет только. Они в образах поклонялись, они понимали буквально там ягненок, теленок. И притча Христа была как? И закалите откормленного теленка. И когда на Пасху считаем пасхальное слово Иоанна Златоуста, он говорит, телец упитан. А речь идет о Христе. Везде надо было толкование давать. А в духе это действительно так, когда человек... Не только там глаза зажмурил или что-то. Закрытые глаза Серафим Саровский учил. Это не просто одни сектанты учат это. Он говорит, если сон тебе подходит, тогда открой глаза. У нас наоборот. Сон подошел, глаза закрыл. Так что мы не подходим. А в духе он, Серафим, молился. Да, в духе, духовно. Но духовное без воображения. Не надо представлять Бог как, какой престол и как. Это запрещают святые отцы. Но я стою здесь или под деревом где-то. А умом восхищайся, Златоуст говорит, выше. Звезд выше всего. И вот тебе встречаются ангелы, простирайся дальше. Херувимы и серафимы, проходи дальше, не останавливайся. И, наконец, засияет свет триединый вечный. И там падше поклонись. А ты стоишь, как стоял, и стоял, может быть, дома, считаемо Лукиан. Это жития святых. Он закованный лежит. А литургию надо совершить. Они говорят, а престола нет. Ну, на престоле там чаша. Он вот так вот на грудь показывает себе, говорит, ставьте чашу сюда, вот вам престол. Сердце, любящее Бога. Вот этот храм. И об этом храме Господь говорит, разрушьте, я созижду его. В духовном плане они его не понимали. И потом говорили, я разрушу. Он так и не говорил даже. Во-вторых, речь шла только об этом храме. Из прекрасных камней. Посмотрите на этот храм. Там какие вкладыши. Значит, в истине то, что предсказания исполнились, а они поклонялись пророки, не иудеи только, в образах. В образах. Это надо очень хорошо себе усвоить. Какая разница между поклонением новозаветним и ветхозаветним? Это все равно, что небо и земля. Но Ветхий Завет все-таки, однако, Моисеев закон называется благодатью, и он дает благодать на благодать. Но это уже блаженный Феофилак толкует. Вот это значит, я слышал, это Малоузовская 5, всех Б, баптисты собираются, и проповедник вышел и говорит, вот духовно, вот видите, сейчас, вот видите, колонна перед вами, хор, вот глаза закройте, закрыли, гляжу, баптисты сидят. А вот теперь духовно, да, в общем-то, как-то отвлечься надо от того, что видишь, но не только закрытые глаза, и не только одно место. Где бы ты ни шел, тебя Господь посетил, и вдруг начал молиться. Вот говорится книга Неемии. Он, я, говорит, подавал вино царю. Это очень доверенный человек. Кто подавал чашу, он легко мог отравить его. Но я все размышлял о том, Иерусалим развалина, пришли оттуда люди, все погибло. И вдруг царь говорит, у тебя лицо печальное. Ты болен? Нет, не болен. Если Сталин замечал, говорит, глаза у человека бегали где-то, считай, все уже, в гулаговскую пыль превратится. Здесь тоже, он говорит, я сильно испугался. Я сильно испугался. И помолился. Ну, вокруг стоят князья персидские, что он там мог сказать? Как показать? Никак.
Помолился, он только успел, может быть, сказать, о чем я молился, Господи, время настало. Да как мне не быть печальным? Вот пришли известия, враг рыкает во святилище, все разрушено. Понял. А что тебе для этого нужно? Вернуть народ мой надо, плен окончился. Ну и вернуть все принадлежности храма, и это будет сделано. Книга Неемии, посчитай. Ее понимать нужно так, как понимали они. Вот все. Игнат Ильич, ну а вот как все-таки какие-то критерии можно подобрать к тому, как научиться поклоняться Господу в духе истины? Вот человек молится, а у него... Христа, это я говорю об истине. Духовно ты все-таки не воображай никакие картины, ничего, как Златоуст говорит, проходи мимо ангелов, до престола, да ты же на земле стоишь, это духовно. Душа поднимается в разумении, так что, а я не знаю, был в теле или не тело. Не просто так, перед глазами, что есть, отстоял, вернулся, а что тебе откровение, какое было? Вот это понимали, как юродивый Василий, что он стоит, и народу много, много в храме-то. И когда царь сказал много-то, а он говорит, полтора человека было, я и ты, а ты до половины службы только был. Ты на Воробьевых горах был, известь там искал, как достать. Цемента-то еще не изобрели, не было. Как кирпич завести на Воробьевы горы? А я, дескать, а ты где был? Это мы считаем неоднократно в житиях такое-то. Он стоял здесь, а сам был не здесь. Он был в другом месте. И где был? Ну, Бог показал ему в это время райские обители. Никто ничего не видел. А по-русски спросить, а почему Серафим Саровский впадал в эту прострацию? Поднял руки, опустить не может. И в этом виде его под руки выводят из алтаря. А тут не дождешься, когда служба кончится. Он не мог понять ничего даже, что Бог ввел его туда, где ничего нету, кроме любви и света Божия. Это в духе. И Серафим сказал такую фразу, которую сегодня расшифровывают и не поймут. Стяжание Духа Святого. Весь смысл жизни в этом. А православные не знают. А как это? Римлянам 8 глава 9 стих. Кто Духа Христова не имеет, тот и не его. Не его. А как определить? Тебе другой должен сказать, или ты это определишь? Никак. Молитва. Вот на молитве все проявляется, кто ты есть. Почему? Потому что это понимают. Понимают люди, которые вокруг. Вот я был в вузах, и в это время, ну, я стою и молюсь 5 раз, там, по 1,5 часа в день. А в это время кормушка открывается и называет их дубаки, ну, которая следит, она, дядя, деда, а там директор лежит, он, судили, рыбака, макака, закрой дверь, это, а кормушку-то, его нету, как нету, а вот он стоит, тебе сказали, его нет, он молится, и она, вон как, и закрыла сразу, то есть они, зэки, и понимали, я ушел, он говорит, ушел, его нет здесь, что тут делают, что я ничего не знаю и не вижу, я говорю, маленький свой опыт. А как? В духе. Духовно это не то, что только перед глазами, но перешагни через все это. А в истине это в новозаветном только понимании пролитой крови Христа именно за меня. Сегодня священники спрашивают, сколько говорят о разных видениях, иконы, где были. Столько у них, миллион посетителей на ролики заходят. А до дела дойдет, кого? Что он проповедовал-то? Людей-то со Христом не познакомил. Ты познакомь так, чтобы взгляни на начальника совершителя веры. 12.2 евреям, Павел пишет, который вместо предлежащему радости перетерпел крест. Вот теперь ты находишься там, где тебе должно быть, в духе, со Христом, на Голгофе. Вот где ты должен быть. Это жития неоднократно показывают. Вот значит, что значит молиться в духе. Не в брюхе. А тут крещение начинают, ну, везде ложь, одна сплошная ложь. Покрестить не могут. Если моченый, все, как печать Антихриста. Уже нельзя, ни один не берется крестить. Так он не погруженный. Ну, на капля исцеляет, а капля песок, да слюна. Оплевали. Все фальшь, все обман. И Господь разрушит землю и поубивает всех. Крестить проще всего же. Крестить, вода есть. Златоуст говорит, чтобы крестить, ни одного таланта не надо, ни одного. Совершенно бесталанный, лишь бы был священник и незапрещенный, истинно рукоположенный. А чтобы душу обратить, нужно иметь
тысячи талантов, не одна тысяча, а тысячи. Какие вопросы у него нерешенные, что ему мешает, препятствует. Все должен ты разрешить. Сегодня священники вообще этого не знают. Вы знаете, сколько врагов? А по количеству врагов все бросают. Это означает, человека Бог наградил особой близостью, талантом быть с Богом. И они корежатся, они не могут перетерпеть этого. Они со всех сторон будут бросаться, потушить этот свет. А ты только благодари Бога, если тебе Бог это дал. Не надо куда-то заглядывать, а что и как. Конкретный момент. Сегодня мне Бог это открывает. Ты это услышал. Мы двое молимся, трое. И мы можем вымолить то, о чем только мечтали, думали люди. Почему? Близость к Богу. Почему иногда молитвы заказывают за тысячи километров? Там помолись обо мне, там разные горести. Человек начинает откуда? Ну, я кто? Тебя просят. И ни слова. Ту же минуту встань на молитву, если у тебя есть дерзновение. А в молитве не искушай Бога, как Сирахов говорит. Проси не многословь многого, а главного. Господи, услыши, и как полезно, так и сделай. Вот мы условили здесь молиться за Головина Владимира, там за него сейчас там, ну, Болгар, там, это, около Казани. И за Глеба Грозовского, вот он, 14 лет ему накатали за развращение малолетних. Он начальник там лагеря был. Но так ли это? Она, отца Владимира Головина, сейчас вот Новосибирская епархия, это я уже точно знаю, документы видел. Митрополит подписал, чтобы его книги изъяли и куда-то там сожгли или что-то, перечисляется. А причина какая? Причина зависть. Так он еще все правильно говорит. Я сейчас не об этом говорю. Он ничего не делает то, чтобы его ненавидеть. Он такой же. Такой же, как мы. Это как уверовал один тут из Конго. Они черные такие. Его Христофор, это у них самый святой считается. А приехал тут священник из Москвы. И они увидели, он белый. А у них человек, когда умирает, он делается более серый и белый такой. Они за священника спрятались и выглядывают. А он их убеждает. Да вы не бойтесь. Они такие же, как мы. Только кожа разная, а грехи одни и те же. Вот в духе-то ты знаешь, что сказать. Подними его глаза выше. Вот это слово Златоуста всегда держи перед собой. Выше. Больному особенно удобно молиться, потому что взор его направлен к небу. По сторонам не раздваивается. Так объясняет у Василия Великого. Все у меня. Отошел. А еще можно вопрос? По поводу... Ну, пока уже... по теме, пока сейчас не пройдет. Сейчас уже прошел. Прошел, ну все, тогда давайте. Игнат Тихонович, вы микрофон маленько отодвиньте, а то шипит сильно. Или опустите чуть пониже. Как, вот так, ладно? Нет, который на наушниках микрофон. Отодвиньте от губ. Подальше. Ну вот так, ладно? Так, ладно, да. Вопрос, можно еще один? Да, Сергей, задавай. По поводу крещения, вот у меня тут зашел такой спор, ну, с одним православным человеком. Вот он, ну, в чем смысл-то? Вопрос такой, может ли человек без веры получить при крещении Святого Духа, а потом уже впоследствии, как будто этот Дух будет спать в нем, а потом впоследствии он просыпается? Не по Писанию. По Писанию определенно. Когда мы такой же вопрос задали апостолу Петру, Деяния апостола, 2 глава, 38 стих. И что нам делать, мужи и братья? Он говорит, покайтесь. Покайтесь, это означает, я поверил, что Бог есть, я поверил, что я грешник погибший, я поверил, что Он умер за меня и пролил свою пречистую кровь. Без пролития крови нет прощения грехов. И кровь Иисуса Христа очищает нас от всякого греха. Не кровь, которую мы в чаше принимаем, причащаемся. Кровь, которая течет на Голгофе, в духе туда проникни. Это первое послание Иоанна, 1 глава, 7 стих об этом говорит. Без пролития крови нет прощения грехов. Ты попробуй говорить с теми, которые просто ходили в храмы. Дальше. И да крестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов. Вот оно где прощение. Баня покибытие, баня называется. А в бане одевшие не моются, а раздеваются.
бане называется святое крещение. И получите дар Святого Духа. Получите. Но в самом начале, когда церковь только еще образовывалась, Господь сделал как хозяин. Вначале получили Духа Святого, а потом уже покаяние и крещение. Почему? Потому что те люди, которые были с Петром, 6 человек, они это выставили на первое место. И Петр говорит, как я мог препятствовать им? Они получили, заговорили на иных языках, славя Бога. Они получили Духа Святого. Как я мог препятствовать им креститься? Потому что язычники были вне действия благодати Божией по разумению иудеев. Ну, наверное, Бог и язычникам открыл. Вот как они рассудили, когда Петр вернулся, начиная с 10 главы Деяний апостолов. А мы-то знаем, мы кто мы? Мы же не иудеи. Но нас Бог тоже призвал. И мы возблагодарили Его за Его неизреченную любовь. И перед Ним все равны, все народы не подобны слюне. И Его говорит. Открыто нам, мы молимся. И раньше, а может, а если наоборот крестился? Это тоже у святых написано, у Никифора. Он говорит, крестили детей своих, турки, чтобы дети не бесновались. Они бесноваты у них часто. Ну, а услышали, что надо креститься. Они когда выросли, а мусульмане их обрезали, они ничего не знают. А потом некоторые уверовали. Уверовали. Да говорит, а я, говорит, крещен, а как? А в детстве был. Собор состоялся. Собор признал, правильное троекратное погружение без веры ничего не значит. И в книге «Духовный лук» там написано, когда чума наступила, люди стали каяться, скорее крещение преподавать. И вдруг видение, самому, кажется, епископу, голос с неба прозвучал. «Что вы присылаете мне мешки совершенно пустые?» То есть они крестятся. Они смерти боятся, а веры нет. Ничего запечатанное, то есть печать Духа Святого, а они пустые. Пустые. Кто будет веровать и креститься, спасен будет. А кто не будет веровать, значит, и не будет и креститься, тот осужден будет. Все. Поэтому крещение без веры – фикция. Ну, а если крестили, тогда теперь обратился. Ну, тут уж приходится одно событие другим накрывать. Вот я знаю, что без полного погружения это не крещение. А приезжают вот священники с епископом, с митрополитом у нас. Я их спрашиваю, а они не погруженные? У нас приезжают священники, там архимандриты, крестятся и уезжают обратно и служат. А это как? Ты подойдешь под благословение? Да, подойду. Но он же не крещен, получается. Нет логики. Но я подойду. А почему? Мы находим у святых. Когда такой возникает вопрос, то именно в этом вопросе не надо дальше расследовать. Ну хорошо, он в полное погружение. А который его крестил? А который его рукополагал епископ, он в полное погружение? Тоже не знаем, а он уже умер. Поэтому все разговоры прекратить. Какой есть, прими от него, но он должен принять крещение. А пока он не принял, я все равно у него благословлюсь. Логики никакой нету. Ну вот так принято. И считаю, что именно так правильно. Я сегодня об этом говорил. Донатисты обратились, энкратиты, ну, перекрещивают. И, наконец, принимают решение, что они отошли с епископом. Епископ был наш рукоположенный. Принимать через помазание только. А Василий Великий говорит, только через крещение. И тогда собор был. И приняли решение. Он, я против. Но это дело другое. Ты против. Но приняли решение принимать их без крещения. Потому что у них был епископ наш. Василий Великий говорит, я не согласен, но подчиняюсь. Вот это то, что я делаю. Я не согласен, но я подчиняюсь. Почему? Я православно не творю никаких расколов. Так логики нет. Я не за логикой пришел, а за милосердие. Я у Бога не ищу справедливости. По справедливости я не должен даже выдохнуть, должен сейчас же умереть. Я ищу милости. А милость к падшим призывал, как Пушкин написал. Вот. Если знает кто-то лучшее, пускай покажет. Я говорю на основании Священного Писания, опыта церковного, еще соборов, времена соборов и жития святых. Все. Игнатий Тихович. Да. Читал Дедахе, и там говорится, что можно и окроплением тоже крестить. А где вы нашли такое, что можно? Назовите место Писания. Да не Писание, Дедахе. Да какая Дедахе? И в Дедахе-то нету.
учение 12 апостолов, апокриф, во-первых, а во-вторых, крестить в проточной воде. Если нету, крестить в стоящей воде. Если нет, в специально подготовленном сосуде. А если нет, трижды облей, никакого крапления нет. А как? Вот это, когда ничего воды нету, только три места. Первое, парализованный, раздавленный. По него не там. Знаю, по... Я помог даже знать, вот второе, слышу. Второе. Я не ответил еще. Второе. Когда в тюрьме ни сосуда, ничего нету, значит, достать три сосуда, это, почерпнуть, и трижды обрить весь, раздеться весь, чтобы был мокрый. Никакого крапления. Трижды. И третье. В плену у татар в степи, где нет воды. Вот. Все. Эта церковь, это никакая не экономия, а невозможность. Ее нету возможности. Никак. И поэтому церковь, как любящая мать, постановила. И вот так. А если бывает человек больной, и вот там крестили, и вот так, не в полное погружение. Он бракованный, но принимается. Но в священники его же ставить нельзя. Канон. Вот и все. Это, кстати, вопрос интересный. Вот, не знаю, вот у нас в городе вроде бы речка рядом, и водоемы есть. Почему у нас в храме вот именно вот обливают, вот это мне непонятно. Понятно, я объясняю вам. Да. Пророк Иеремия говорит, 48 глава, 10 стих, запишите себе сейчас же. Ответ дан уже. Не надо говорить, не знаю, не знаю, знай. 48:10. Записали? Иеремия 48:10. Проклят! То дело Господне делает небрежно. Проклят. Бог проклинает, уже ничего не тебе нельзя сделать. А священник благословляет. Феофан Затворник говорит. Человек говорит, я благословляю. А Бог говорит, я не благословляю. Что будет на небе утверждено? Он так вопрос прямо и задает. Конечно, то, что на небе. Поэтому не обманывайте, идите крестить. А то вот шли пустыней, там обратился кто-то, его песком крестили. Я говорю, а где вы прочитали? Ну, я это слышал. Я отвечаю, Духовный Лук, 156 страница. Шли дорогой монахи, уверовал еврей, и сильно его прихватило, заболел, и они взяли песком во имя Отца и Сына. А когда пришли туда, куда шли они, да, домой-то, и рассказали Дионисию, епископ, он говорит, не выдумывайте, идите и крестите, песочники. Почему, я говорю, попы, вы дальше-то не рассказываете? Никто это крещение не признавал. А то и слюны достаточно. Я говорю, что может капли мочи вашей достаточно. Обнаглели беспредел. Все еретики, и сектанты, и баптисты, и адвентисты, все крестят полное погружение. Ну, неправильно, они на спину опрокидывают. Но они не имеют права крестить. Но, однако, все крестят. Старообрядцы, 50 с лишним толков. За 300 лет ни одного моченого нету. Ни одного. А здесь подряд и река у нас опь. Почему? Проклятые. И написано проклят. Кто меч Господень удержит от крови. То есть Бог проклял их, подготовил убить их, а ты заступаешься, тебе тут даже яма. И проклят, кто удержит меч Божий от крови. Он уже идет меч, уже взмах. Бог натянул тетиву и приложил стрелу. Осталось только отпустить. Это говорит Давид. И поэтому объяснение одно, они неверующие. И это не крещение, это обман. И поэтому найди человека, который будет крестить. У нас всегда есть возможность. И даже в храме Московской Патриархии нашли священника, который крестит этих обливанцев. Вот у нас крещение было, и даже приехал председатель миссионерского отдела из Томска, Максим Степаненко, и принял крещение. Так его там истерзали, не знаю как. Он говорит, да я не крещеный, раз обливанец был. И все это заснято, выставлено. Каждый год у нас после 7 июля, первое воскресенье, если оно не попадает на 7 июля, идет крещение в озере. Каждый год. Вот нынче у нас даже, вот я не знаю, здесь или это она, усатая Наталья-то. Она из Германии приезжает. Муж сирийц оставляет, отпросилась и приедет креститься. Вот сидят, я вижу, Валентина Сартисон с дочкой своей Екатериной. Они приезжали, приняли крещение. А то далеко где-то, Сыктывкар. Далеко. Что значит далеко? Если бы ты знала, что у тебя встреча с потерянным сыном, ты бы приехала? Конечно. Но ты Бога не знаешь. Приезжай, Господь помилует тебя. Но заранее надо быть готовым. Пройти курс оглашения. Вот у нас
подготовка такая была, я в 5 университетах вел занятия. 450 или 500 часов академических подготовка. Такого никогда нигде не было, но это прямо по канонам. От 3 до 5 лет. Там не сказано, сколько часов, но у нас занятия шли. 450, а сегодня 45 минут даже нету. Он ничего не знает. Вот так. Игнатий Тихонович, можно вопрос? Давайте, пожалуйста. Я просто в дороге. Расскажите что-нибудь о субботниках. Ну что о них сказать? Насколько они вообще близки к Богу? Спасибо. Это люди, которые больше отдают предпочтение закону Моисееву, нежели благодати Божией. И они, вот, допустим, баптисты им говорят, а Бог отменил субботу. Так, а с чего вы взяли, что отменил? Чего? Он нигде ее не отменял. Этого нигде вот, нету. Это написано вечное усыновление. Да? Вот это написано. Кто разговаривает, мешает? Мы отвечаем. Все ветхозаветнее было тенью будущих благ. И Бог говорит, все творю все новое. И суббота образно указывала на воскресенье. Суббота, шаббат. Покой. Покой. И Бог упокоился от дел своих, когда закончил творение. И вдруг новое творение. А что новое? Бог творит подобие себе. Подобие было потеряно, а образ едва-едва сохранялся. И Господь творит все новое. Когда покой у Бога наступил? Ну, когда? Не на кресте, потому что он в преисподние места сошел. И воскрес первый день. А суббота праздновалась. Праздник, суббота, конец творения. И в Новом Завете также мы считаем 117-й псалом Давида. «Вяжите вервями жертву, ведите к рогам жертвенника. Сей день иже сотвори Господь, возрадуемся, возвеселимся вон и». А какой день? Женщина, когда родит, терпит скорбь, но когда родит, не помнит себя от радости. Рождается новый человек, рождение свыше. И вот здесь покой наступает, когда человек свободен от рабства греху. А они, субботники, этого не знают. Эти. Ну, адвентисты седьмого дня называются. Вот такое объяснение краткое. Они не знают, что все перешло в новозаветнее. Все 10 заповедей. Все. Но иногда начинают говорить, ну вот эта заповедь, люби отца, такая и осталась. Нет, конечно. Она другая совсем. Не просто накорми его, старика, а приведи его к Богу. И умрет, не забывай помолиться о нем. Вот в новозаветнем, да как уже трактовка-то показывает, любовь и к живому, и к отошедшему. Все 10 заповедей, не убей. А как в Новом Завете? А я говорю вам, гневающийся на брата есть человек-убийца. Гневающийся, ты дома один, под одеялом. И только думаешь, чтоб ему повылазило. Вот тут и кровь потекла. Ну а как прелюбодействуй? Кто посмотрит на женщину с вожделением, с пожеланием? Вот если бы обстановка была другая, то все бы было. Тот прелюбодействовал с нею в сердце своем. Это новозаветнее. Что там, мусульмане это знают? Они во сне не видали этого. У них совершенно этого нету. Такой высоты нравственного духа. Златоуст говорит, ни Моисей, ни Иов перечисляет, никто из них не мечтал. У него, у одного 10 детей было, даже не думали о девстве. А в Новом Завете Павел говорит, оставайтесь как я. То есть он не женатый. А я думаю, имею Духа Святого. Вот как. Женатый заботится об одном, как угодить жене. А про себя добавь, и сроду ей не угодишь. А не женатый, как Богу угодить. И замужняя есть разница. Она думает, как угодить мужу. А про себя скажи, и сроду ему не угодишь. Капризник такой. Не так сварила, не так подала. А не замужняя, если она добровольно взяла на себя это, она об одном заботится, как угодить Богу. У нее нет защитника. Один мой защитник – Бог. Это все я беру из Иоанна Златоуста. Отошел. А вот у меня вопрос, можно, Игнат Тихонович? А вот у меня вот бабушка, значит, увлекалась такими вещами, там, например, там от испуга лечила, от сглаза, и я утверждаю, что она использует там православные молитвы, и в этом греха она не видит. Вот как ей объяснить, что
она как бы колдовством занимается. Может быть, как-то по писанию. Очень трудно объяснить, если веры нету. Я много таких бабок встречал, но только одну из тех видел, которая покаялась. Она обратилась, она плакала, а ее знали, что она лечит, народными средствами приходили. И когда она сидела дома, я как раз в это время в доме был, и пришла какая-то соседка. Она сразу же на колени встала, стала молиться. Говорит, я не вижу ее, я вижу, зашел сатана. С рогами, с копытами, с хвостом. Я читал, как один такой старец, лекарь там, и все шептал, что-то говорил. А в православии есть старцы прозрительные. И он его начал исповедовать. Начал исповедовать его и исповедовал до глубокой ночи одного. И только тогда он сумел распечатать этот закрытый для благодати сосуд. И он горько плакал. А я-то думал, что для Бога делаю. Ян Златоуст, хотя бы тебе все царства мира дарили, и тогда не подвигнись на эти шептунства. У нас есть два врача. Благоразумный человек не будет пренебрегать врача по надобности в нем, ибо иной раз и в их руках бывает успех, Сирахов пишет. И в Новом Завете говорит, кто болен, пусть призовет пресвитеров, 5.14 Иакова, и помолится над ним во имя Господа Иисуса Христа. Прямо говорится, призовет, то есть не ходить в церкви. Вот когда начинают соборование, идут, там и молодые стоят, это совершенно неправильно. Призовет, он не может идти. Вот у нас Сергей парализован, вот он призовет. И далее, не с ним помолятся, а над ним. То есть он лежит и над ним склоняются и молятся. Еще тут непонятно, тут перевод-то все нам показывает. Вот все, два врача, других нету. А остальное все с черной стороны. Есть врач в поликлинику, запишись, анализы сдай, и тебе пропишут лекарства. А ты уж принимай, не принимай. Вот монашка одна заболела, и тут у нас... хороший человек, духовный. И она пошла. Так охота, чтобы, говорят, врачи, можно операцию сделать. Он говорит, по тебе это не поможет. Ты умрешь. Ну, так охота. Ну, иди, только не ропщи. Ты будешь много болеть и сильно болеть будешь. И умрешь. Она пошла, сделали операцию, и она умерла. А какая операция, если ты уже 70 лет, а при большей крепости 80, а тебе уже 90 с лишним лет? Ну как, зачем это? Тратят средства. Средства на молодых пусть тратят там. Они попадают в аварию там или еще что-то. Я опять скажу, что это надо вдалбливать человеку, чтобы он никогда не лез к врачам после 60 лет. Не лез, если можно, если терпимо. Ну, бывает, там, упал, сломал, тут вопрос другой. Ну, маленько что-то там простыли, кашляет, чихает и уже к врачам лезет. Да зачем же? В человеке заложено столько, что все эти болячки ты должен, превозмогая, победить силой организма. Он защищенный троекратным, иногда и больше слоями. Там и в коже в нашей эпидерма, там рисуют солдатики, они убивают все. Надо просто довериться. Больной тут, ясно дело, больной, а здоровый и в возрасте, ну, за 60 лет. Мне Бог дал это понять, что я за всю жизнь ни одной таблетки не съел. А зачем? Больше поклонов делай, земные поклоны, все сочленения, пальцы, руки, ног, кисти, все сгибается. Я сегодня только рассказывал, как у китайцев, вот идут там где-то бульвар, ну, между деревьями, там машины идут с двух сторон-то, и люди идут, подумают из сумасшедшего дома. Нужно руки не сгибая, прямо перчатки надеть, и ноги не сгибая. И вот так вот идти на четвереньках, касаясь, это от поясницы, от боли в спине. Этому уже больше 2000 лет они насчитывают. Лечатся так. Старики там, ну и молодые, видимо, спина болит. И что, блящиваются? И фотография стоит. Вот и все. Ничего не надо. Просто не участвуй в том, что есть. Нельзя поднимать, а склонись. Я знаю, у меня три грыжи, одну операцию делали. Что это за боли? Не встать, не лечь, не поднять, ничего. Но Господь помогает. Вопрос можно? Давай, Кирилл. О крещении огнем Господь говорит, огонь пришел ей низвести на землю, и как желал бы, чтобы он уже возгорелся.
Крещение огнем, что значит? Здесь два толкования. Огонь и огненное испытание, которое Бог посылает, чтобы правильно приняли. И второе, когда Дух Святой укрепляет человека, огненные языки. Я так желал, чтобы вы пришли. Кто жаждет, иди ко мне и пей. И кто будет веровать, из чрева потекут реки живой воды. Это 7.37 Евангелия от Иоанна. Они не понимали, о чем. А пророк Иеремия, 2 глава 13 стих, прямо говорит: «Два зла сделал народ мой. Меня, источник воды, живой оставили, а высохли себе водоемы, которые не могут держать воды». То есть все остальные учения и прочее. Вот начинает басня, икона явилась там где-то. Ты бери Евангелие, не проповедуй. Там ни одного слова нет, чтобы иконы являлись, благодатный огонь, уже все разоблачено, и все верят. Что делается на преображение там на этой горе Побор? Это сполторение, там столько палаток, и чего только нету там. И никакого они, ни исцеления, ничего. Облако, ясный день, вдруг облако наплывает, молнии сверкают. Это все дьявол может сделать. Неужели дьявол это может? Ну а почему? Я уже считал не один раз. Патриархия комиссию создала, Московская патриархия. И там архимандрит Экономцев Иоанн, Павел Флоренский, директор геолого-разведочного университета. И там химики, физики, историки. И после исследования мироточения икон, ну, очевидно, исследоточения, и прямо пришли к выводу, все это делает, может, дьявол, говорит. А мы голову ломаем, наши священники, больше заниматься нечем. И всего почему? Он сам огонь будет низводить с неба. Дьявол. И поэтому Христос, ну, отвечал один раз, а в этом ответе двойной ответ. То есть исполнится Духом Святым, чтобы огонь сошел. И когда Господь это говорил, а перед этим только один подошел и говорит: «Раздели меня имение, там, разделите имение». Кто меня ставил на это? И когда Господь: «Как я томлюсь?» В оригинале стоит: «Я как бы в тюрьме нахожусь». Вы не понимаете речи моей, в 8 главе Евангелия Тана. Почему вы не понимаете? Я говорю на вашем языке, на родном. Вы не хотите принять истину. Вы не понимаете моей речи. Он говорит об одном, а не о другом. Один человек сказал: я отвечаю за свои слова, а не за то, что, как вы их поняли. А Христа понимать, что-то он сам растолковал, что-то святые отцы. Разные там адвентисты и прочее, они сами толкуют. И куда они дотолковались? У нас толкование святых отцов. Вот проходим по, как раз по блаженному Фепилахту, он из разных святых отцов брал понемногу. Вот что означает сошествие Духа Святого. Он говорит: как я томлюсь, доколе это совершится. И вы тогда с этими вопросами ко мне лезть не будете. Вы будете это об одном. Как Бога прославить? Как угодить Господу? Как выполнить первую заповедь всем умом, всем сердцем? Господи, народ погибает. Кого послать? И Исаия выскочил: меня пошли, меня пошли. Ну где наше это желание? Он говорит: проломы в доме Божьем. Я искал, кто встанет на защиту. Проломил враг, и надо встать, пролом заделать. И я не нашел никого. Это очень хорошее стихотворение. Если попросили, я бы рассказал даже его. Пора на эту тему. Хотите, расскажу? Расскажите, конечно. Земля тряслась. Волною колебания было прокинут город Ашхабад. В развалинах оставшиеся здания об этом и сегодня говорят. Об этом говорит мечеть туркменов, зияющие раны обнажив. Здесь многие уж были несомненны и доставали здесь карандаши. Стена чернеет в именах и датах, то экскурсанты записи вели, мол, были здесь такие-то, тогда-то. Да, были. Посмотрели и ушли. Я лишь одну из надписей в мечети до этих пор мог в памяти хранить. Вот строить научусь, и стены эти я постараюсь вновь восстановить. Такое вот стремление и желание должно присуще быть сегодня нам. Отметили большое колебание сейсмографы Господни по церквам. Вот здесь видны проломы в Доме Божьем, а там сошли с фундамента столпы. И гнется трость предутонченной ложью, и вновь Христос хулится средь толпы. О, как нужны теперь нам христиане, которые могли бы повторить: я приложу все силы и старания, чтоб Божий дом опять восстановить. Поменьше б тех, кто смотрит равнодушно на раны церкви в тягостные дни.
поменьше б тех, кому одно лишь нужно, чтоб в списках церкви числились они. Вот сколько здесь экспрессии в духовном плане понять, восстановить. Игнат Тихонович, да. А дух и ум — это одно и то же. И ум, вот когда мы думаем ум, он же образами мыслит. Так. Как молиться в духе без образов? Не представляй, речь о чем идет. Не представляй, как у нас на картинках, вот там-то сидит на престоле Христос, так и это одежды видел, и края рис наполняли храм, об этом пророк Исаия пишет. Не воображай, это 6 глава, не надо этого делать. Ну, просто представляй. А как? А как ангели молились, может, тысяча, может, миллионы лет? И как пророк, апостол Павел говорит, и он говорит, принял тело от девы, показал себя ангелом. Почему ангелы воспели «Слава Вышних Богу на земле, мир, человек и благоволение»? Они поклонялись в духе и никогда его не видели. И теперь впервые увидели владыку, сотворившего вселенную, и они ликовали. Они его не видели, поклонялись. А как они поклонялись? В духе. Вот надо учиться, потому что на небе не будет перегородок между людьми, достигшими совершенства, и ангелами. Они будут вместе. И сегодня нужно помнить об этом. Почему, говорит, поет, когда в церкви, иже херувимы тайно образующие. Я говорю, что это означает? Ну, это вот херувимы там, это что-то тайное. Да нет, это мы из себя таинственно прообразуем херувимов. Мы спектакль ставим. Мы облечены в эту форму. Мы, которые стоим здесь, изображаем из себя херувимов. Вот какие мы. Поем и не знаем, я говорю, о чем поем. Священника спрашивает, он даже не знает, как ответить. Надо работать. Игнат Тихонович, вот буквально перед беседой смотрел ролики Дмитрия Смирнова, протоиерея, да, где женщина звонит ему и говорит, что я прочитала Луку Воина Ясенецкого, святителя, что вот он не признает вот это обливание, все остальное, ей и отсылает, видимо, к канонам церкви. На что он отвечает в этом ролике, что это тело игумен, есть такое понятие тело игумен, вот он имеет свое такое мнение, а вот мнение все церкви, вот оно как-то вот, ну и вот так вот вывернулся, удивительно. Но как он ответит? Есть ролик такой, где он говорит о крещении, подпись «Самый наглый поп». Вот ему название. «Самый наглый поп». А кого? Крестил, никого нет. Девочек крестил, в Б превратились. Мальчики, хулиганы, наркоманы. 20 лет, говорит, крестился, оглянулся, никого нет. Это он сам свидетельствует. Что с него спрашивают? Он сам не крещенный, по всей вероятности. И вот сидят, когда даже... Я уже говорю просто, что мне не нравится. Сидят. Почему они в эфире, вот у меня, допустим, сейчас вот разговариваю, и тут кто-то стучится. Ну, вижу я его. Тот говорит, ну, я сейчас от вас вылечу и с ним буду беседовать. Я беседую, у него нет глазка, я с ним не буду беседовать. Почему он никогда не видит собеседника? Кто у него говорит? Там, теща, сват? Никогда. Обязательно сидят развалившись, и перед ними там чуть не ведро пойло, и хлюпают. Да ты понимаешь или нет, будет огонь какой. Чего вот тут перед зрителями сидит там полчаса и не может остановиться? Вот обязательно у них должен быть сосуд, и они пьют. Это противно даже смотреть, никакой веры нету. Лишнее это 50 килограмм скинешь, что там получится? Он говорил, что он говорил? Апостольское 50-е правило, которое не ниже соборов вселенских. Аще крестит не три погружения, да будет извержен. Он давно извержен, он не священник. Не священник. И все закончилось бы. Но Христос пришел. К кому он пришел? К евреям. Написано так. Я пришел к погибшим овцам Израиля. Вот одна овца дохлая, вторая, третья. Тысяча овечек. Что называется это? Это не больница, это не кладбище, а скотомогильник. И когда я сказал, да как они возмутились. А как? Погибшие овцы Израиля. Вы видели погибших овец? Ну, разодранных или как-то. Мертвая зона. Вот и все. Мир вам, Игнатий Тихонович. Да, с миром.
Вопрос, можно молиться за того священника, который вот неправильно крестил? Потому что когда упоминаю его имя и вспоминаю вот это вот, можно или нет? Понимаете, в церкви подают два рода записок. За здравие и за упокой. А у нас три. За здравие только своих, которые знаете, которому здоровье пойдет на пользу. И за упокой, которые умерли во Христе, примирившись с церковью, с Богом. И третье, об обращении, чтобы Бог дал им страх Божий, чтобы они покаялись, пришли. Вот этого священника туда занесите, в третью записку. И молитесь Хорошо. Сами. И никогда за молитву да. деньги не отдавайте, а то там по согласию, там 700, 800, ну безумие одно. Молитва разве может быть за деньги? Это симония проклятая. Ну как это за деньги? Да... Даже не представить нельзя, чтобы у нас деньги нигде не фигурируют. Ни за таинство, ни за крещение, ни за венчание. Нету нигде. И с тарелкой у нас не ходят. А община уже 27 лет. Мы сразу включили в состав. А как свечи? Свечи десятины оправдывают. Батюшка покупает воск, там центр или сколько. Свечи горят чисто восковые. И сестры бесплатно льют. Десятина установлена Богом. А торговля делает церковь вертепом разбойников. Ясно. А еще вопрос. Вот в третьей книге Сирахова есть такие слова: «Позор детям, тире, мать в бесславии». Как это понимать? И в какой книге вы говорите? Третья книга Сирахова. Третья Сирахов нет, она одна всего. Ай, глава третья. Ну вот это дело другое. Ну и правильно. Да. Позор детям, мать в бесславии. Ну она это лежит как? Раздетая, пьяная, и что ее? Какая все слава-то? Все когда понятно. И родители, Христос. Как должно, ведут себя, молятся, и все. Я от таких-то родителей, представляете, от кого? Вот к нам приехал один мужчина, это я уже просто как делу сказать. Ну, мужчина редкой импозантности, даже красоты нельзя сказать, потому что это женщина в основном-то. Ну, мужчина тоже, можно сказать, высокий ростом. У него шевелюра, но видно, что ему лет 65 или 70. Но главное, что он сразу, я племянник митрополита Иннокентия Вениаминова, просветителя северных народов. Интересно, тут у одних я был, а у них там они приняли какую-то, ну, она безродная. Она все время хлюпает и хлюпает, там что-то стирает. И она его увидела. Ну, видимо, замужем не была, она такая невзрачная, прям никакая. Я пришел, она, ой, к нам этот приходил, какой мужчина. То есть она вся расплылась. Он ее даже, может, не заметил, как поется эта женщина, ох, какая женщина. И это она увидела в нем, он прямо какой-то седина такая, у него копна на голове, все светлое, одежда светлая, он и лицом чистый, видно, что он не пьяница, никто. Он заходил к нам. Ну, удивительно. Вот. Но главное, что он племянник того, ну, отобразилась ли в нем Иннокентьева это, сила Духа Святого, это я не знаю. Встреча была короткой, но оставила благоприятный след. Ну, такая мать, если она позорная, что тут будет? Игнатий Спаси Христос. Можно спросить? Что, давай, Катеринушка. Вот, в первой книге Ездры написано, когда израильтяне вернулись из Вавилонского плена, то ну вот, выяснилось, что они взяли себе в жены и жен из язычниц. И вот, когда Ездры об этом узнал, они собрали совещание и приняли решение изгнать и детей от жен язычниц, и вот самих жен. Но вот в Ветхозаветном народе Божьем же есть свидетельства и примеры, когда из язычников брали вот Ветхозаветную церковь. Почему их не могли обратить вот в истину? А другое дело, когда брали, допустим, язычница, даже она была, ее обращали, она знала закон. Ну, возьмите, Руфь пришла, это образец. Твой Бог, мой Бог. Вот главное ее слова. А здесь другое. И там замешаны были священники, и потому говорили наполовину по-иудейски, половина там по-вавилонски. И поэтому Неемия возревновал. Об этом очень сильно Ездра, они вдвоем парой трудились. Я, говорит, бил этих вождей, рвал волосы. И сам плакал. И устроили вселенский развод.
снабдили необходимым, и целые караваны потянулись. А до этого-то уезжали, я думаю, когда в Израиль пошли, жены-то, язычницы, они там прощались с родными, она хвалилась, какой у нее муж, я просто картину дорисовываю, и вдруг появляется, а что случилось? И ребятишки стоят тут, выйти за пределы, и больше не заходить, виза на въезд больше им не дается в Израиль. Да как же так? Мы не знаем ничего, сказал их Бог, и Бог у них Яхве, Иегова, повелел. И все, засохло и больше нет. А по-другому никак. И поэтому обсуждать вопрос этот мы никак не можем. Но вот решимость. Без решимости ничего нельзя. А кто? Почему другие не сделали? И Серафима Саровского спросили, ты сумел, а мы нет. Он говорит, решимости не хватает. А я добавляю всегда слова Наполеона. Он говорит, главное ввязаться в драку, а там видно будет. Не будь безразличен. А ты ничего не сделаешь. Я говорю, еще не начинали. А начни, да и получится. Вот у нас община создана. Вот я вижу, Осипов Алексей Ильич выступает. Женщины приходят, там такие вот распупыренные, как на пляж приходят. А надо форма, чтобы была одета. Я говорю, ты-то создай общину-то, профессор. 82 года или сколько ему? И бритый, как яйцо. Что, масоном стал, в галстуке сидит. Как ты можешь призывать других, когда твой образ внешний говорит, что ты не христианин даже еще? Как это языческую иноземную одежду на себя нацепил? Это никак. Даже говорить не надо. Вот здесь развод произошел, и нация очистилась. Это богоизбранный народ, и это самые ревнители. Кроме того, развод устраивал Ездра. Я нашел в Библии самый положительный герой Ездра. Самый-самый. Он выше Давида. Все, у Давида там падения смертные были, и убийства, и отнятие жены. У него ничего не было. И самое главное, он собрал книги Ветхого Завета. Ветхий Завет, он собрал книги-то. И это не все. У него 3 книги в Библии. И это не все. Он вывел народ из плена. И это не все. За ним ни одного замечания нету. И это не все. Он остановил стены. Иерусалимский храм начинается. Вот как. И его нету в списках святых, самое главное-то. Нету. Вот это шоковое состояние души. А как так нету? А так нету. А почему? Я искал ответ и нашел. Монахи канонизировали. А он призывал знать Слово Божие. Они терпеть этого не могут. Поэтому Россия и погибла. Вера от слышания. А слышание от Слова Божия. А Слова Божия не было в народе. Библию-то перевели в 1876 году только. Народ вообще ничего не знал. И вот сегодня читали Самарянское. И да, император узнал, львы на площадях везде душат людей. Ну, Бог той земли требует такое-то. И что? На всю страну один священник. И он пошел, пленный, вернулся на родину. Один. Но один, скажи, что сделает? Один. Ясное дело, что это отмазка была. И вот такой получился самарийский народ. Надо глубже смотреть в это. Надо в каждом храме, чтобы было несколько благовестников, проповедников. А сколько надо? На одного священника, если так по крутизне брать, не больше 50. Никак не больше. Спаси Христос. Слава Иисусу. Можно вопрос задать? Давай, Танюша. О полном погружении при крещении. Вот на иконе крещения Господня, принятой за эталон, Христос стоит по щиколотку в воде, а Иоанн Креститель черпает ладошкой воду. Вот попробуй почерпнуть ладошкой воду и поднять на высоту человеческого роста. Там ничего не останется, только мокрая ладошка. Вот такое есть поговорка. Да, такого одра, говорит, борозду портит, за хвост да в яму. Никогда к нему больше не подходи. Рисует картину. У нас такой же. Христос как бы на берегу. Но это изображение. Я сказать, на него. Ну и тогда не крестите. Вот у нас ни одного в церкви нету. У нас тут. Что, в двух общинах. Чтобы хоть один был некрещенный, полное погружение. Нигде. Поставили это. В устав записали. А устав хранится в краевом отделе юстиции. Свечи у нас, у огарка ни одного нету. За 27 лет ни одного огарка. Почему? В уставе. Она должна догореть, ибо Бог требует всесожжения. А церкви воруют огарки, стоят там специально одеты в черной одежде. Бабки тушат, а целые мешки кули набивают ими, а потом переплавляют и... Везде обман, везде ложь, везде скопидомство. Трусость и корысть, корысть и трусость. И трижды больная церковь этим пороком. Все так.
Ну вот мы же говорим вот на иконах с бородами, смотрите, как одевается, как на иконах нарисовано. А тут на иконе, вот на крещении эту икону такую, принятую за талон, накладывают везде, и в Сибири, и в Москве, и в Средней Азии. Везде вот эта икона. Вот ладошкой помочил, похлопал, даже воды не полили. Так я ответил. Так крестят у Григория Армян. Перед ним чашка, он ладони опускает, а потом мокрой ладонью этой двумя руками обтирает лицо ей, и все, крещение закончилось. Крещения нет. Крещение переводится одним словом – погружение. Ну, вот немцы сидят, тауфен, что такое? Немцы, переводите. Тауфен – это по нырять. Нырять. Ну, вот и все. Вот тебе и мыква вся. С головой. Погружение. Да. Погрузиться. Тауфен. Нырять, крестить, погружать. Перевод многозначащий. Вот некоторые думают, ну а я узнал. Узнал не все. Допустим, кош, я по-английски скажу кос. Что означает? Никогда не догадаешься. А по предложению можно понять. Кош – это курс, который оканчивает. Дальше – не сданные экзамены. Дальше – младший лейтенант в военно-морских силах. И дальше – и все это 18 и дальше больше значений в одном слове. А как? Так у нас в русском языке я скажу пар. Что такое пар? Ну, теперь ты решай. Я скажу коса. Какая коса? Которая сзади у тебя коса до пояса, или коса, где корабль на косу вынес, или коса, которая траву кошу. А вот из разговора понятно, о чем речь идет. Ну, маленько-то надо как-то следить за собой-то, и меньше ошибок будет. Если интересно, я высчитал это, у Виктора Гюго, говорит, грешить как можно меньше, мечта человека. Совсем не грешить – мечта ангелов. Это не святой сказал, но в этом смысл есть. Все согрешили, все лишены славы Божией, все до единого. 13 и 52 псалом, два псалма. Но это все мы сглотнули, приняли. Но евангелиста Иоанна никак его нельзя принять. Там третья глава, там считаем пятая глава, что рожденный свыше не грешит, а потом говорит, и не может грешить. Но разве православные согласятся с этим? Не грешит! Это вы еще не грешите. И не может грешить. То есть он бы, если и хотел, у него не получится. Не может. Вот посчитайте толкование. Православные это никак не принимают. А грешный, супергрешный, ну, это очень здорово, это как уничижительно, Бог это учтет. Да это никого не привлекает. Вы святой избранный народ. Я избрал вас, Господь говорит, а Израилю говорит. Исход, считаем мы, книга Исход, 30 глава. Весь народ, избранный Богом, хотя отдельное колено левиина. И в Новом Завете точно так же. Бога избранный народ, который уверовали, которые приняли Христа всем сердцем, всем умом. Это избранное. Православное слово «избранный» – как огня бояться. Я сказал, меня Бог избрал от младенчества, я знаю за собой. Ой, как поднялись. То есть они совершенно неверующие. И что он говорит? О рождении свыше? Да только сектанты говорят. Ему говорят, да вот смотри, написано, кто не родится свыше, он даже на мытарствах не проходит. Он вниз головой летит, как рисует на иконах. Кто не родится свыше? А православные понятия не имеют об этом. А как это? В утробу матери войти? А Павел говорит, я родил вас благовествованием во Христе Иисусе. Я родил. И поэтому раз он родил, кто? Авраам родил Исаака. Кто он Исааку? Отец. И поэтому все отцы, которые сегодня называются, отец такой-то, отец там Михаил, отец Иван, это только одно название. Пустой звук, вводящий других в заблуждение, как говорит Иоанн Златоуст. Наполните слова смыслом. Покажи, кто обратился через твою жизнь. Через свою проповедь. Покажи. Покажи веру твою без дел твоих. Яков говорит, а я тебе покажу из дел моих. Ничего в этом тайна. Ничего тайного нету. Город на вершине горы. Тайна, когда милостыню не подаешь, молишься закрыто. Надо же смотреть на это. А как ты, если при всем народе взял нищих дома, содержишь, поешь, кормишь, все знают. Взял детей из приюта, воспитывают, усыновил и христианами вырастил. Это все знают. Как ты скроешь-то? Так что у нас? Все, наверное? Время есть? Нет.
Есть еще вопрос, Игнатий Ильич? Ну, давай. Вот Экклесиаст, 1 глава, 17 стих. «Потому что во многое мудрости много печали, а кто умножает познание, умножает скорбь. О какой печали, о какой скорби речь? Апостол ведь говорит, всегда радуйтесь». А печаль какая? В то время какой? Библии не было. Экклесиаст говорит, не было. Человеческая, языческая мудрость. И печаль. Узнал, а вот то-то, то-то. Везде микробы. Человек не знает, спринцовку, говорит, разведенную может держать во рту, чтобы не заразиться. И у него везде печаль. Узнал, такая политическая обстановка. Самолет сбили, Сирия против нас, Америка там бомбы готовит. Житья-то никакого нет. А ты, говорит, не страшитесь и не... Услышите о войне, слухах, не страшитесь, это еще не конец. Зачем тебе? Лучше бы ты это не знал. А живет человек, поменьше знать, тебе это не надо. А знать божественное, ответить на вопросы, указать путь прямой ко Христу и как шествовать за ним, вот это знание нужно. А Соломон не об этом и говорит. Тогда этого ничего и не было. Он сам не знал, сам заблудился. И заблудился очень крепко. Баб набрал там из целой... гарем-то. 300 жен, 700 наложниц. Не великовато ли? А считаем, в Пятикнижии, Торе, написано, что мы чрезмерно не богатели и не имели много жен. Почему это не берут во внимание? А боялись все. А она, жена, пришла. Я с тобой буду, только если ты моего Хамаса сюда принесешь. Пожалуйста, храм для него, капище. А это, ну если сделать и так, чтобы Бог вил был, пожалуйста, вступай в партию, Владимир Ильич Ленин. Все сегодня, да? Услышал, Игнат Тихонович, ну вот смотрите, вера, а где логика, где вера? Вот момент такой, если у григориан, армян, у католиков уже, наверное, не одно столетие вот это обливание там и все остальное, так что тогда они? Кто они тогда? Так ты сначала скажи, что я сделал для того, чтобы у них это не было? Тогда это, ну, конкретный вопрос-то. А то говорить невидимая сакральная сторона, она нам не принадлежит. Мы одинаково говорим. Неправильное крещение. Дальше я ничего не буду говорить. Не знаю. Я знаю, что крещение только в полное погружение. Другого нет. А что, баптисты не спасутся? Баптисты перед Богом стоят. Но они вне церкви. Вне церкви нет спасения. Целая книга Илариона Троицкого, патриаршего, у патриарха Тихона был секретарем. Он и умер-то как исповедник. Ну а как? Ну так. Они не церковь. Так а уверовали сколько людей? Да, уверовали и правильно уверовали. Христа за Господа признали. Отстали от грехов, не курят, не пьют. Космонавты настоящие. Но они вне церкви. А я не гожий, да Божий. Я в церкви нахожусь. Вот весь ответ. А вы вне церкви, вне корабля. На своей доске не переплывешь, как Серафим Саровский говорил. Из церкви никуда, ни шагу. И не надо сильно-то высокоумствовать-то. Ты прочитал так все, принято к сведению. И сохрани Бог от нарушения заповедей. А можно, чтобы рукой не креститься? Можно, но мы имеем предание, Василий Великий говорит. Мы изображаем честный животворящий крест, которым сатана сраженный. И он отступает. Сейчас говорят, выходишь, а там генераторы разные, человека там знаки могут поставить, облучают его. Ты никогда не думай об этом. Подходи утром к двери, перекрестись и скажи, отрекаюсь от сатаны и всех дел его, всех ангелов его, всей гордыни его. Перекрести, иди, все. Коридор свободен. Так, все, до свидания на сегодня. До среды. А молиться? Давайте молиться. Давайте помолим. Достойно есть якова истина. Блажи Дитя Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без исцеления Бога словорочную, сущую Богородицу теряющаем. Знаете, хочу молиться. Милосердный Создатель, мы предстали по Твоим лицом и во имя Господа нашего Иисуса Христа, Спасителя, умершего за наши грехи, просим, услыши и ответь.
Даруй всем духовное рождение, начиная с патриарха, епископом, священником и пастве их, и водительство Духом Святым. Господи, даруй доброго правителя нашей стране. Только Ты знаешь сердце человека, чтобы он был помазанником Твоим, чтобы руководил под водительством Духа Святого. И даруй мир, Господи, Израилю, России, Украине, Сирии, где война идет. Слава Тебе за чудное воскресенье, Тебе, Боже, хвала, Тебе слава, Тебе честь и поклонение, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. 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 Кто согласен, всегда говорите аминь. Аминь. Спасибо, Христос. Аминь. 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 Аминь.